Кумбатты көрінмен бүгінгі ақпараттар елегі осындай. Әрғарай коронавирус не істеу керек хабарын көріласыздар. Ирина Нұрғали, сәлеметсіздерме. Қайырлы кеш. Елімізде жақынна кислород іздеп дәріханаларда керек дәрісін таппай аурухана маңын жағалап жүргендердің аяғы әлі басылған жоқ. Өйткені коронавирус статистикасына кіргізілмеген өкпенің екі жақты пневмониясы диагнозы қойылып жатқандар әлі көп. Бұл қандай ауру, алғашқы белгілері қандай, оны емдеуге антибиотик көмектесе ме, тыныс алу жаттығулары ше, ағзадағы оттегінің қанығуын қалай бақылайды, қан сұйылтатын дәріні не үшін қашаннан бастап ішу керек. Бүгін осы сауалдарға студияда пульмонолог мамамен талқылайтын боламыз. Программа «Коронавирус. Не істеу керек» снова в эфире. И тема сегодняшнего выпуска – «Как лечить пневмонию». Об этом мы поговорим с нашим гостем, врачом-пульмонологом Гульстан Есетовой. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас в целом вместе с коронавирусом в Казахстане наблюдается вспышка пневмонии. Наш Минздрав ведет отдельный учет этих заболеваний. ВОЗ считает, что это может быть новая форма COVID-19. Что думаете вы? Ну, я думаю, что это далеко не новая форма COVID. Это COVID-инфекция, это вирусная пневмония, это пневмония, которая как раз-таки и находится в рамках COVID-инфекции. То есть это та же COVID-инфекция, вирусная пневмония. Это не новая пневмония. Это та же пневмония, которая характерна для коронавирусной инфекции. Да. Қазір, но это мое мнение такое. Қазір, да. Бәрімізді үреге салып жатқан болса, пневмонияның бұрынғы пневмониядан басты қандай айырмашылықтары бар, таратып түсіндіріп айтып бересіз бе? Ну, қазіргі пневмония ол вирустық пневмония. Бұрынғы пневмония ол бактериалды пневмония болған. Енді қазір вирустық пневмония өте қауіпті пневмония. Мысалы, бірден осложнияға келеді. Бірден асқын кетеді. Яғни ол бірден асқынып кетпесі үшін алғашқы белгілерін қалай біле аламыз? Ең бірінші ол өте жоғары температура болады, құрғақ жөтелі, кеудегісі ауру сезет науқастар. Сосын ең маңызды симптомы ол ең түгі. Науқастар айтады, ауа жетпейді. Ол ең маңызды симптом сол болады. Ең бірінші сол симптом болғанда әрине антибиотик ішуге болмайды бірден. Болмайды. Бірақ дегенмен кей дәрігерлер дәрі тағайындағанда антибиотик препараттар тағайындап жатыр. Ол әлде келесі кезеңінде тағайындауы керек пе? Мүлде көмектеспей ме жоқ? Бірден болмайды, әрине болмайды. Ең бірінші ол вирустық пневмония болғасын вируске қарсы дәрілер алу керек. Сосын противовоспалительный біз дейміз. Қабынуға қарсы дәрілер. Қарсы, да. И сосын ғана кейін уже антибиотиктер уже қарау керек. Ол дәрігерлер шешет. Ол мен обязательно науқас дәрігерлерді қарау керек. Жаңа алдыңғы екі препарат көмектеспеген жағдайда ғана антибиотик препараттар тағайындалады. Егер мысалы науқастарда созылмалы аурулар болса, мысалы созылмалы бронхит, басқа аурулар болса, өкпенің бұрынғы созылмалы, сол кезде науқасқа антибиотик болады алуға. Бірақ ол тек қана дәрігерлер шешеді. Өзі науқас антибиотик алуға болмайды. Өзігімен ішуге болмайды. Ешқашан. Скажите, пожалуйста, что происходит с легкими, когда их поражает пневмония? Вирус сразу попадает в легкие или сначала несколько дней может держаться в носу, в горле? Ну, так как данный вирус, это путь передачи у него аэрозольный, то есть он передается через воздух, воздушно-капельным путем, то, естественно, он попадает в первую очередь, это ротовую полость. И он попадает в эпителий ротовой полости. И в течение 5-7 дней он там находится. Мы его можем верифицировать с помощью анализа как раз-таки ПЦР. Вот мы берем анализ ПЦР с носоглотки. Вот. Правильно взятый анализ, он всегда показывает наличие вируса. Вот. Далее, следующим этапом он опускается в легочную ткань. Почему? Потому что вирус, данный коронавирус, он имеет большую тропность, он очень хорошо к альвеолам приспосабливается, вот именно к клеткам альвеолы. И поэтому там он вызывает воспаление именно в интерстициях.
не в самой, как в обычной пневмонии, в альвеолу, а именно в интерстициальной ткани, межальвеолярной ткани. Отсюда и такая клиника у нас идет, сухой кашель, боль в грудной клетке, потому что интерстиции задействованы. А что вообще происходит? Вирус өкпеге түскенге дейінгі жеті күнде дене қызуы көтеріліп басталады. Сол кезде, мысалы, коронавирусқа қарсы бірден антибиотиктер тағайындап жатты ғой. Жоқ. Кейбір дәрігерлер тағайындап жатты. Жоқ, ол болмайды. Ол тек болмайды. Мүмкін біз антибиотик препараттарды, немесе жаңа вирусқа қарсы препараттар тағайындау арқылы вирустың өкпеге түсуіне кедергі жасай алатын шығар мүмкін. Олай емес пе? Жоқ, олай емес. Мысалы, тек қана вирусқа қарсы дәрілерді ішсеңіз, ол ең жақсы болады. Антибиотик шенсіз иммунитет ол төмен басылады. Төмен болады. Ол кезде болмайды антибиотик. Тек қана егер созылмалы аурулар болса, тек қана сол кезде мүмкін болады ол дәрілер. То есть, получается, нейтрализовать вирус в течение 5-7 дней, когда он попадает, да. Нельзя противовирусными, да, препаратами, если пропить вот в начале, на третий день, на четвертый день какие-то препараты? С первых дней мы должны противовирусные препараты назначить. А можно нейтрализовать в этом случае? Конечно, да? Противовирусные препараты мы должны с первых дней, в первые часы мы должны назначить. Вот самое такое эффективное, это в течение 48-72 часа, это самое эффективное время для противовирусного воздействия. 2-3 дня. Вот самое эффективное, когда мы можем эффективно воздействовать на вирус, блокировать его. Но здесь другой вопрос. У нас сейчас нет вот именно специфичных, вот именно для коронавирусной инфекции. Вот в этом-то проблема сейчас. Точных симптомов, да, сказать, что это коронавирус. Да, у нас нет препаратов именно для коронавирусной инфекции. У нас есть против вируса гриппа, против герпеса, да, против других вирусов. Но конкретно вот для коронавирусной инфекции, вот в этом немножко проблема и возникает сейчас. Ну, дегенмен, осы күнге дейін коронавирус-то жаңағы өте күшті антибиотиктік препараттармен емдеп келді ғой. Нет, жоқ, олай емес. Мысалы, антибиотикте олар неге емдеді. Мысалы, вирус, ол как проводник. Ол тканьға кірет, альвеолға, повреждение жасайды, сол повреждениеға бактерия. Қона, да, сояқта бактериялар жиналады. Сол кезде антибиотиктер, они оправданы. А ең бірінші, вот сразу, бірден антибиотик ол болмайды. Біз бұл сұрақты неге қайта-қайта нақтылап сұрап жатқанымыз, уақыт өткізіп алмаймыз. Сіз айтып жатырсыз, қауіптілігі жоғары, жұқпалылығы жоғары, бірден дамып кетеді, бірден асқынып кетеді деп. Сондықтан жаңағы екі күнді өткізіп алмас үшін тек қана вирусқа қарсы препараттар ішілу керек. И противовоспалительный, қабыну қарсы. Қабынуға қарсы дәрі-дәрмек ішу керек. Ал жаңағы ең бірінші жөтел басталғанда ма, жоқ, дене қызуы көтерілгенде ме дәрігерге өзінен пневмониядан күдіктенетін дәрігерге қай кезде хабарласу керек? Ну, дәрігерлерге бірінші күннен бастап. Бірінші күннен жағдай бойынша, иә, мысалы, әлсіздік деген. Иә. Мысалы, ең маңызы ол ентігу. Ентігу болғанда ол бірден уже дәрігерлерге айту керек. Ентігу ең бірінші белгі. А можно вообще лечить пневмонию дома? Или это надо делать под наблюдением врача и в больнице только? Ну, в зависимости от того, какая пневмония. Если это пневмония легкая, то вполне возможно лечить ее и на дому. Если же она средне-тяжелая, то нужно смотреть, есть ли сопутствующие заболевания у пациента, есть ли со стороны проблемы со стороны сердца, нет ли у него сахарного диабета. Возраст пациента тоже имеет значение. Допустим, пожилой возраст, то желательно средне-тяжелую, тяжелую форму лечить в больницах. Потому что, почему? Потому что в первую очередь там имеется респираторная поддержка, кислородотерапия. То, что необходимо вот при пневмонии, особенно у пожилого пациента, им не хватает воздуха. И вот этот поток кислорода, который обеспечивают в клиниках, оно как раз способствует тому, что процесс немножко останавливается. Потому что любая гипоксия, вот нехватка воздуха, она к чему приводит? Что в этих сосудах, в мелких сосудах легких, образуются микротромбы. Вот оттуда и возникает, раз развиваются микротромбы, закупорька
закупориваются мелкие сосуды, то отдышка усугубляется. А кислород... Солшин-то берет, да. А неден басталат, ол гипоксия баста. Гипоксия, неден гипоксия. Гипоксия, ол нехватка кислорода. Нехватка кислорода неден булат. Ол вирус, он поражает интерстиции. Блокируют альвеолы, и они не могут дышать. Не могут дышать. Блок возникает, не хватает воздуха, не хватает кислорода. И на этом фоне в сосудах возникают микротромбы. И поэтому антикоагулянтную терапию назначают. То есть если у человека есть одышка, его обязательно надо госпитализировать, да? Ну, если это пожилой человек. Пожилой, а да. Молодой может? Молодой мы можем его еще посмотреть. Во-первых, частоту дыхания. Очень важно посмотреть сатурацию кислорода, насколько она снижена. Если она в пределах допустимых, там до 88, то есть норма сатурации кислорода у нас 94-95 и выше. Если идет снижение сатурации кислорода 88 и ниже, вот тогда мы смотрим уже, стоит его или нет госпитализировать. Тут бірақ ентіккеннің бәрін ауруханаға алып жатқан жоқ қой, олардың жаңа өкпесін компьютерлік томография арқылы, құрылғы арқылы көріп, зақымданған пайыздық мөлшеріне қарап алып жатыр. Яғни үй жағдайында да емделіп жатқандар көп. Олар қайтпек керек. Мысалы, үлкен кісілердің барлығын бірдей ауруханаға алып жатқан жоқ. Ол кісілер қалай емделу керек? Ну, окслер енді дәрігермен ақылдасады. Дәрігерлермен, да, кеңеспен дәрігерлер. Мысалы, ну, үйде, мысалы, үлкен кісі болса, ол кісіде, мысалы, жүректің аурулары болса, ол әрине больницада емдеу жасау керек. Болмайды үйде, оны болмайды. Сейчас в интернете много упражнений вот на дыхательная гимнастика, да, говорят. Насколько это помогает вообще? Ну, дыхательная гимнастика, она помогает, но нужно смотреть, в остром периоде, когда только начинается этот процесс, это все-таки воспаление, это повреждение, мы должны не быть такими активными, мы должны смотреть на состояние. В остром периоде дыхательное упражнение делать нельзя. Его немножко нужно активизировать пациента, это означает что? Нужно его поворачивать, его нужно ложить на живот. Почему на живот? Потому что вся наша легочная, легкая, вот нижняя доля легких, да, оно проецируется как раз-таки на спине. И когда мы пациента на живот переворачиваем, да, то по дыхательным путям воздух беспрепятственно проходит задние доли, нижние доли. И как раз-таки идет хорошая аэрогенация, то, что необходимо, что повышает сатурацию кислорода. И в этом плане... Сіздің сөзіңіз, сіздің әріптесіңіз Айна Бакеева, тіпті жансақтау бөлімдегі кейбір науқастарды осындай қимылдар арқылы, қарапайым ғана қимылдар арқылы жансақтау бөлімнен аман алып шықтық дейді. Яғни ол кісілер ауыр халде жатса да, жатса да, осындай қозғалыс қимылдарын жасаған екен. Пікіріңіз қандай жалпы осы әріптесіңіздің еміне қатысты пікіріңіз? Ол болат, бірақ бәрі науқастарға оны көру керек. Енді ол, біз айтамыз ғой, индивидуальный подход. Науқастар әртүрлі болады. Жағдайлар да әртүрлі болады. Қандай ол, өте ауыр болса, оны істе алмаймыз, мысалы. Ол кейбір кезде, мысалы, болады, кейбір кезде болмайды. Оны индивидуально қарау керек, ол әртүрлі. А давайте сейчас покажем, как правильно делать дыхательную гимнастику. Вот в домашних условиях что надо делать, как правильно ее делать? Ну, вначале просто самое простое – это упражнение с дыханием. Делается просто глубокий вдох. Надо и задержать ну, на секунду, секунды 2-3, и выдох. А длинный такой? Да, глубокий выдох. Вот самое элементарное – глубокий вдох – и глубокий выдох. Вот. Еще хорошо, когда в этом дыхании участвует брюшная стенка. С тем, чтобы нижние живот, отделы, да, именно живот, именно вот это так называемое брюшное дыхание, оно позволяет нашим легким расправляться, нижние отделы расправлять. То есть мы дышим глубоко, вот животом дышим, и выдох. То надувать есть живот или не сам надувать? Вдох у нас должен быть тоже с животом. А, надувать. Да, да, брюшной тип дыхания мы говорим. Вот тогда, когда мы дышим
животом, мы активизируем самую основную нашу мышцу, диафрагму. Раз она активна, значит, нижние участки легких тоже активны. Сколько раз надо делать, ну, там, в день и по сколько минут или секунд? Ну, смотрите, в зависимости от того, какое состояние пациента. Ну, в самом начале мы можем рекомендовать, ну, 5-10 минут пациенту поделать, вот так, да? Глубокий вдох. Что-то еще можно или только это? Да, можно задержать дыхание. Вообще способность пациента как можно больше задержать дыхание, это тоже один из показателей его состояния дыхательной системы. Чем больше ты сможешь удержать, тем у него хорошее. Ну, до 6 секунд это, в общем, хороший показатель, норма. 6 секунд, если вы задерживаете спокойно при этом, то это нормально. Можете держать до 10. Есть тренировки, есть специальные упражнения, которые способствуют тому, что задержка дыхания как можно больше, больше и больше. Это тоже имеет свои положительные плюсы. Спасибо. Вообще, после перенесенной пневмонии, какой режим должен соблюдать человек? Можно ли сразу заниматься спортом, витамины пить? Ваши рекомендации? Ну, в отношении, допустим, именно этой вирусной пневмонии, она достаточно тяжелая, эта пневмония. Она тяжелая в каком плане? Если даже мы симптомы видим, что у него лучше стало, но на рентген, на КТ-обследование изменения в легких еще долго-долго сохраняются. Эти изменения могут до месяца быть. Какой-то дилатационный период. Да, вот эти вот остаточные изменения в легочной ткани, которые мы выявляем на рентгене, на компьютерной томограмме, они могут быть еще долго. И поэтому в течение месяца, 3 месяцев мы должны пациента постепенно активизировать, назначать дыхательную гимнастику, ЛФК, лечебную физкультуру так называемую. И только потом уже по истечении 3 месяцев мы можем думать о каких-то спортивных. То есть сразу бегать идти в тренажер? Уйти серьезный дарлер. Обычно сол дарлер орта мысалы уйти ауыр жағдайда керек. Сосын ол мен айттым ғой, ентігу басталғанда, ентігу болғанда, то есть адышка, ауа жетпейді. Вот сол кезде микротромбоз басталады, сол кезде антикоагулянттар керек. Вот сол кезде. А ең бірінші бастап пневмония болғанда сразу антикоагулянты в домашних условиях. Мүмкін бұл антикоагулянты дәрілердің күштілері шығар. Мысалы, тромбаз деген дәрілерді, аспирин дегенді үй жағдайында қабылдауға болады ғой. Жоқ, олар болады. Олар антикоагулянттар емес, олар дезагреганттар мысалы. Бірақ оларда қан сұйылтатын дәрілер. Иә, олар қан сұйылтатын дәрі, оларда пайдасы бар. Оларды болады алуға. Несі олар жақсы, несі реологияны, несі қанды жақсы көтерілді. Бірақ қазір осы дәрілерді іздеп жүргендердің көбі үй жағдайында тек телефонмен дәрігердің онлайн бақылауымен қабылдап жатыр. Өйткені бәрін бірдей аурухана алып жатқан жоқ қой. Бұл жағдайда дәрігермен үнемі байланысты үзбей қабылдап жатырмын, міне қабылдап болдым деген сияқты байланыс орнату керек пе? Үй жағдайында бәрібір қабылдап жатырмын. Әрине, егер дәрігерлер мысалы онлайн несі консультация жасаса, ол күнде или там через день ол обязательно айту керек, қалай жағдай. Ол тексеру керек, дәрігерлер онлайн болса да консультация жасағанда бәрібір олар тексеру керек. Науқас айту керек, қалай жағдай болып жатыр қазір. А когда это реакция была ужаса, ну, дексаметазон или пиропиним, алгансон, сразу хабарласы байту керек. Мен алгансон, осында реакция болды менде, или ауырласып кеттім, сонда деген айту керек сразу. Ал жаңағы сатурацияны бақылау керек деген сөзді, жаңа, сізден естедік, үнемі соңғы кезде айтып жатырмыз. Адам өзі бақылай алады ма, оттегінің қанығуын өкпесіндегі? Сатурация енді ол әрине ол бір прибор сонда, кішкентай прибор бар, бірақ ауру науқас өзі, мысалы, бір минутқа неше демалады.
қанша. Норманда бір минутқа, мысалы, 16-18 рет. Егер одан көп болса, мысалы, 24-26 болса, ол уже адышқа дейтін интугу басталватыр деген сөз. Сол кезде мүмкін сатурация уже төмен болады. Спасибо, что пришли и дали полезные советы. Спасибо. Берегите себя и своих близких. До свидания. Сізге көп-көп рахмет, құнды кеңестеріңізбен бөліскеніңіз үшін. Бірақ көрермендеріңізге ескертеміз, дәрігердің кез келген кеңесін өз дәрігеріңізбен де ақылдасып алып жасағандарыңыз жөн. Өйткені әр адамның ағзасы әртүрлі. Аман болыңыздар. Спасибо. Спасибо, рахмет сізге.